Доброе утро, пока наши девчоночки отдыхают. Вчера у нас был очень насыщенный день. Они ехали, потом приехали к нам, мы сразу поехали в Дмитров, они не отдохнули вообще ничего. Вот, и сейчас я всем говорю, ходите на цыпочках, пусть отдыхают. А Лиза им вот вату крутит. Мы Антошке дарили вот такой аппарат. И вот она им уже накрутила вату, они проснутся, покушают. Ну, позавтракают сначала, а потом только сладкое. А это вот, это что вот это от масла? Ой, это от ваты. Ну, это вон, сахар, видишь, он потерялся. А, да, сахар. Так что ждем. И вот Женькина красота стоит, которую Маруська Лайф подарила, Маша. А вот моя красота стоит. У меня 24-го тоже был небольшой праздник. А... Как он называется? День ангела. День ангела. Забыла. Ну, именины. Мне Денис подарил вот такие вот розочки. Очень-очень красивые, нежненькие. Вот. Так что мы все девчонки с цветами. У кого праздники? Ай, что-то падает немножко. У нас опять все сверкает. Сейчас должно громыхнуть. Лика, тебя мама. Что она может? Расческу. Расческа в рюкзаке лежит. Сейчас будет громыхать. Ага, иди. Крис, не надо лаять, он все равно тебя не послушается. Чего? Смотрите, какая красота. Снимаешь, нет? Да. Сейчас. Зелени вообще капец. Какая как дорога, много. Вот она идет, вот это вот. Все, Лизка. Да, спасибо, Лизке. Ну что, больше она не будет зеркалиться? А, зеркалиться. Я не знаю, видно было в камере. Облака вообще какие-то обалденные, да? Да, а, тяжелые, да, тяжелые. Кстати, да. Еще и дорога не прогружается нормально. Да-да-да, мы что-то в каком-то этом. Игре какой-то. Где дорога? Мы на взлет пошли. Дайте дорогу. Прогружается. Ага. Да. Ой, ну облака вообще капец. Прямо хочется потискать. Облака, посмотри, а, какие они, да? Они прям, ну да, они такие прям плотные-плотные. Я не понимаю, как так получается, почему так свет падает. Проедь чуть-чуть. Вот куда мы едем. Проедь чуть-чуть. Подожди, такая умная ты. Угу. Почему меня не ловит наушник? Кто-то спорит? У меня вообще что-то все зависит. Дорога капец. Да. Представляете, а там живет один человек. Целый в этой деревне. С какого? С 2010-го, да, Лиз? Да. Мы ветер тоже изображение хорошее. Я от тебя посмотрела. Да, там население один человек. Раньше было много. Сейчас уже. Ух ты, дорога. Ну там до войны было 65 этих. До войны было 65 человек. Домов. А, дворов. Вот она, да, начинается, да, да, деревня, угу. Красивая. Ой, а что это такое, смотрите? А церковь, уверена? Да. Да, сто пудов. Да, там была, а, ну вот, Светогорова. А вон там тоже дома. Ну да, но это такая деревня. Добро пожаловать, Светогорова. Это более новая такая там. Часовня Святого Николая на источнике, класс. О. Бабочки уже сразу, смотрите. Ничего не население, смотрите, сколько тут бабочек. Вот там Лига. Стрелка с тобой туда показывает. Ой, вот, что там, Лига Астория. Поехали.
деревне Святогорово. А здесь какая-то игростория. Смотрите, здесь, наверное, кто-то живет. Но это вот население один человек. Он один, да, он, наверное, один и живет. Да, вон там маленькие котенки. Котятки, да? Котята, да, он рыжий маленький. Смотрите, вообще. Как этих лежит. Да, видно, топится зимой. Как интересно. Один, вообще кошмар. Вот какая-то игростория. Кто-то живет. Антон, под ноги смотри. А там, там даже велосипед детский. Вон, видите, вещи висят. Как одна... Ой, огородик даже. Смотрите. Горох растет, капусточка, огуречки. Ну, ничего себе. Здорово. Вот какой домик. Вот, Святогорово. Ой, сейчас. Вот так. Смотрите, землянка белая. Вам не видно. Ой, не сняла. Спасибо, что забрали мусор с собой. Также разделили и сдали. Но землянка прям вообще шикарная. Такая большая. Первый раз землянку вижу. Я думала, они маленькие, такие приземленные. Она очень огромная. Дом. Сейчас, ладно, обойдем. Где будет хорошо видно, я вам покажу. Смотрите, какие ели. Такой забор. Мы сейчас зайдем. Ой, Антошка в дом зашел. Смотрите, какой дом. Ворота. Угу. О, смотрите, какие ворота. Здесь, видите, все скошено. Кто-то ухаживает. Колодец. Да? Нету? Там что-то висит. А, так. Ой. Спали первое время тут. Да, это, даже не колодец. Это не колодец. Так, где красота я ставлю. Так прям деревом пахнет, как в бане. Да? Так, сойдем сейчас сюда. Лиза у меня пошла, и я пойду. Да, здесь уже, конечно, были какие-то реконструкции. Это же не 7 веков это все простояло. Кстати, это деревня 7 веков. Вот деревня Святогорова. Смотрите, окошечки. Так, сейчас обойдем. Угу. Замочек висит. Блин, прикольно. Ой, сейчас я спущусь. Обошла этот дом. Смотрите, какой он мощный, да? А здесь есть электричество. Вон розетка, смотрю. И по периметру провода идут. Сейчас сюда зайдем с вами. Опа. Лестницы огромные. Ой, как страшно. Смотрите, здесь замочек. А здесь окошко. Вот окошко. Лампочка. Здесь вот, наверное, что-то можно включить, но я не буду. Новый год кто-то отмечал, смотрите. Да, блин, классно. Пойдем вот сюда. Там родник, там святые источники. У меня Денис сегодня был там с братом. Там можно, говорит, воду набрать, ну, для питья. И еще там родник такой, ну, то есть там можно купаться. Но мы купаться не будем, потому что холодно. Тем более родниковая вода, она очень холодная. Смотрите, какая природа, да? Ой, это красота. Так, они у меня ускакали. Пойду. Они уже прошли, по-моему, все посмотрели, а я тут лазю. Ладно, сейчас тоже сходим с вами. Смотрите, красота. Стол.
Там шторки висят. Так. Огнетушитель стоит. Телевизор. Ой-ой-ой, прикольно. Смотрите, лампочки. Ой, ну здесь уже вот сделали. Слушайте, а здесь замок открытый. Так, сейчас мы сядем. Слушайте, удобно. Я вот, в принципе, так и предполагала, что будет вот такой вот стол, лавки. Но я это предполагала увидеть в доме, в самом доме. Но я домой не буду туда заходить, я боюсь. Так, ой. Здесь у нас, типа, беседочки. Угу. Здесь даже мангал. Ну, ничего себе, решетки. Это что же, один человек здесь живет? И он здесь везде живет, получается. Тоже провода. Электричество. Ну, здесь так все цивильно. Вот они куда-то ушли от меня. Сейчас я их догоню. А вот еще дверка. Красота. Вон еще домик. Пойдемте посмотрим. Вот они ушли. Капец. Надеюсь, там мы выйдем с вами. Будет какой-то выход. Так, сейчас мы его обойдем. Там тоже вон шторы висят. Интересно, это один человек. Он что, все занял? Везде живет? День там пожил, день там пожил. Красота. Так, а если это открыть? Я, правда, боюсь. Она открывается, я только не буду. Я в этом плане трусиха. Так, смотрите, а здесь дверь. Ой. Смотрите, как. Прикольно, да? Гармошка стоит. Люстра. А здесь дверь, но она тоже закрыта. Там окно. Вот вы знаете, не представляете, у меня сейчас так сердце колотится. Это, конечно, так все интересно, но и страшно. Так, дальше. Да потому что одна, если бы не одна, было бы не так страшно. Так, сейчас. Вот он, домик. Ну, вон мои. Привет. Друзья, знаете, не такая уж она и заброшенная эта деревня Святогорова. Это видно то, что вот осталось вот эти ворота. Ну и то за 7 веков, да, вы представляете, что не могут они сохраниться. Видно, люди сами поддерживают в первоначальном виде такое, какое оно было изначально. Вот, они молодцы, конечно. Ну и также и дома, мне кажется, они там меняют брусья или что. Вот, посмотрите. То есть вот первозданность... Она, наверное, все-таки осталась. Вот. Сейчас поближе подойдем. Вон там тоже шторы, электричество. Смотрите, красота какая, да? Камин там. Смотрите, здесь есть вход. Ой, дверь-то... Слушайте, сейчас посмотрим с вами. Вот. Вон там дом. А, ну там уже современный дом. Видите? Так, а здесь сейчас я зайду все-таки. Здесь нет никого. Я вижу, просто замок висит. Штора. А мне интересно, а где все? Шторы вроде висят, да? А электричество, смотрю, есть. А людей-то нету. Вот лампочка. Смотрите, какая ручка. Блин, прикольно. А еще мне интересно, ну как люди же, да, приезжают сюда на экскурсии, ну вот как мы приехали, например, а те, которые здесь сейчас живут, и вот каждому в дом так вот заглядывают, как и мы, в окна. Они, наверное, либо привыкли, либо поэтому они все шторами увешали. Вот, смотрите, балкончик такой, дверь, дверь двойная, тоже замок висит, и второй этаж, видите? Вот колодец. Сейчас посмотрим. Но все равно интересно, да, вот кто здесь живет. Мне просто интересно, они как это покупают, приватизируют. Что-то они меня орут.
Господи, это чужие детки там играют на своем участке, а я испугалась. Смотрите, колодец. Вот еще какая-то постройка, я не знаю, что это. Так, сейчас подойдем. Ой, ругается кто-то, мужчина какой-то. И вон еще, видите, какие. Тут я не знаю, что такое, но я туда не пойду, там трава. Так, сейчас не к своим бы выйти теперь. Значит, надо обходить обратно это все. Вот, и я говорю, как они, если это заброшенная деревня, как она изначально была, потом вот люди решили, что как-то въехать, вселиться, провести все коммуникации, сделать и жить. Ну, это прикольно. Так, сейчас, друзья, я выйду и еще поснимаем.